С 8 до 10 утра сюда, на окраину Тамбова, прибывали многочисленные грузовики с гуманитарной помощью. Каждая из 30 местных отделений партии «Единая Россия» предоставила именно то, что требуется там, за ленточкой. Теперь весь этот груз тщательно укладывают в грузовик. О том, что нужно в том или ином учебном учреждении Новоайдарского района, узнали, побывав на подшефной территории. Мы заехали в один из детских садов и в один из отделов обеспечения жизнедеятельности и увидели, что у них есть в прямом смысле потребность в методической литературе на русском языке, в картах на русском языке, да, в каких-то там в мебели, в оргтехнике, да, вот то, что еще недостаточно успел туда приехать. Удобная логистика, прекрасный подъезд и все условия для хранения гуманитарного груза. Руководство этого складского центра активно поддерживает проведение военных спецопераций и, естественно, согласилось помочь с отправкой гуманитарной помощи самым маленьким новоайдарцам. И мы неоднократно с представителями «Единой России», с администрацией нашей области оказываем помощь в доставки гуманитарной помощи. Мы предоставляем свою технику, логистический центр, складской комплекс. Здесь с разных районов области прибывает гуманитарная помощь. Здесь мы собираем в единый, скажем так, эшелон. И отсюда фурой уезжает уже непосредственно в зону проведения операции. Инициатором проекта «Территория дружбы» стал глава региона Максим Егоров. Он приехал на отправку грузовика в Луганскую область. Мы с коллегами, с вами, с однопартийцами решили это сделать. За каждым районом, за каждым районным отделением партии «Единая Россия» закрепить отдельно садик, школу. И сегодня вы все списались, я знаю, с данными учебными заведениями. Все сказали свои нужды. Некоторые сказали, что вот давайте начнем с этого, а дальше посмотрим, что будет. На отправку первой машины с гуманитарной помощью детям Новоайдарского района прибыли представители всех муниципалитетов региона. Для них это знаковое событие. Первая фура проекта «Территория дружбы» для детей Луганской области отправится в Новоайдарский район вот буквально через несколько минут. Прибудет она туда завтра в 10 утра и привезет около 15 тонн различной гуманитарной помощи. Это оргтехника, спортивный инвентарь и все, что нужно для детей в школах и детских садах Новоайдарского района. Эта фура стала первой, но далеко не последней в реализации проекта. В его рамках планируют ежемесячно помогать детям подшефного района и радовать их подарками регулярно. Дмитрий Шапкин, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей.